Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Thank you.
Не ври мне! Я не хочу причинять тебе вреда, ты же гражданская. Но придется, если ты не оставишь мне выбора. Если ты никому не хотел причинять вреда, сидел бы дома. Ну надо же! Цепная шавка шарифа! Что, небольшая уборка перед приходом полиции? Он считает, мы нарушаем закон. Заткнись! Вы все осквернители тел, нарушаете закон! Вы все одинаковые! Когда люди узнают, что в банде была жестянка, будет непросто убедить их, что вы чем-то от нас отличаетесь. Что? В лаборатории я нашел одного твоего, который взламывал систему безопасности, используя хакерский имплант. Неплохо, парень. Но я никогда бы не взял к себе одного из таких уродов. Назад, жестянка! Мне надо кое с чем разобраться, понял? Если ты сказал правду, а я тебе не верю, слышишь ты? Но я должен. Я должен проверить. Так что мы с этой бабой уходим. Я не позволю тебе уйти с ней. Стоять, урод! Я сказал назад, иначе этой сучке не жить. Чушь, ты же не такой. Ты не трогаешь мирных жителей. Верно, черт возьми. Я ветеран, у меня есть награды. И я не позволю себя дурачить. Я должен узнать, кто за всем этим стоит. И эта баба мой билет на выход отсюда. Слушай, что бы это ни было, это большая игра. У тебя будет больше шансов докопаться до сути, если согласишься работать со мной. Но я не смогу ничего сделать, пока ты ее не отпустишь. Ты в своем уме? Я не связываюсь с железяками. Боже, ты меня, похоже, за идиота держишь. И это вполне понятно. Потому что именно так я сейчас и выгляжу. Копы загнали меня в ловушку. Единственный выход — взять заложника. Черт знает что, да? Твои дела лучше, чем ты думаешь. Ты все еще держишься, хотя этого и трудно было ожидать. Ты говоришь, что воевал. Значит, тебе хватит сил справиться с этим. Тебе не нужен заложник, чтобы выбраться. Это ты верно подметил. Но все же... Да ни за что я тебе не поверю. Ты заодно с легавыми. Они взяли меня в тиски. У меня просто нет выхода. Я здесь совсем один. Единственное, что сейчас заботит копов, — безопасность гражданских, так же, как и тебя. Ты рисковал жизнью, чтобы помочь другим, значит, ты не просто бандит. Это верно. Так и есть. Знаешь что? Хватит болтовни. Мерзавец, который использовал моего брата, думает, что сделал нас. Но мы куда крепче, чем ему кажется. Я разыщу его, всех, кто ему помогал, и тогда, парень, они увидят, как выглядит ангел мщения, когда берется за дело. В отличие от этого предателя, у тебя есть понятие о чести. Ты не бросаешь своего брата. Хакер знал, что ночью здесь будут гражданские. Он рассчитывал, что ты возьмешь заложника, после чего копы заставят тебя замолчать навсегда. Но ты ведь умнее, чем он. Это же так просто! Как до меня раньше не доперло! Он решил, что меня так просто прикончить? Подумай еще, каброн! Убирайся отсюда! Я сделал то, что ты хотел. Теперь пусти меня. Я тоже устал, приятель. Мне ведь тоже интересно, кто на самом деле стоит за всем этим. Ну ладно,
Наверное, я буду тебе должен. Но обещаю вот что. Кое-кто за это заплатит. Ты еще там? Адам. Адам, что происходит? Доложи ситуацию, Адам. Сандерс ушел, босс. Но я практически уверен, что он подставной дурачок. Кашу заварил кто-то другой. Зараза. Ладно, возвращайся немедленно. На крыше здания администрации есть площадка. Жди Фариду там. Понял. Дженсен, отбой. Вы в порядке? Да, да, все хорошо. Просто немного трясет. А что с остальными заложниками? Там был мой муж в цеху сборки. Я слышала, они говорили о бомбе. Мне очень жаль. Больше никто из заложников не выжил. Нет. Нет, этого не может быть. Где полиция? Почему они не пришли? Они могли спасти его. Мне очень жаль. Здорово вы с их главарем обошлись, Дженсен. Теперь этот мерзавец на свободе и будет дальше поливать нас грязью. Вы из службы безопасности шерифа, верно? Тот, из-за кого нас задержали. Надеюсь, вам понятно, что заложники погибли из-за вас и вашего босса. Не совсем то, на что ты подписывался, Дженсен. Извини. Пробраться на нашу же фабрику и что-то прятать, пока босс придерживает полицейских? Пойми меня правильно, мне нравится мистер Шариф. Просто я очень не люблю, когда контракты становятся важнее людей. Я думала, ты тоже. Далеко не все и не всегда идет по плану, Малик. Я сделал все, что мог. Я уверена, что так и было. Ты готов отправляться? Да, забирай меня отсюда, Малик. Как пожелаешь. Давай, залезай.
Поступили новые распоряжения, Дженсен. Босс хочет, чтобы Причард как можно скорее осмотрел тайфун. Принято. Спасибо, что подбросила. Без проблем. Да, и еще, Дженсен, просто хотела сказать. Новая внешность тебе здорово идет. Как будто с тобой ничего и не случилось. Спасибо. И какие ощущения от этих имплантов? Извини. Ты только пойми меня правильно. В смысле, у меня у самой есть пара нейропротезов. Небольших, чтобы лучше летать. Но я сама решила, что они мне нужны. Ты нет. Ну а теперь, когда ты испытал их в деле, что ты думаешь? Верно. Я не выбирал, устанавливать импланты или нет. И я до сих пор не знаю, каким было бы мое решение, если бы выбор у меня был. Но сейчас я себя чувствую здорово. На удивление, здорово. Доктор Рид говорила, что тебе понравится. Вроде как такова твоя генетика. Береги себя, ладно? А то многие думают, что со временем тело может все-таки отторгнуть все это железо. Не думал, что с тобой можно вести подобные разговоры, Малик. Вообще-то нельзя. Я же сказала, что у меня есть нейропротезы. Я просто говорю, что у каждого выбора свои неизбежные последствия. Да. Скажи это тому мерзавцу, который сделал меня таким. Ясное дело. И знаешь что? Ты здесь не единственный, кто хочет его разыскать. Так что если я могу помочь, хоть как-то, просто скажи об этом. На самом деле есть кое-что. Я хотел бы узнать о первой атаке. Хорошо, спрашивай. В ту ночь ты была там. Что ты запомнила? Хаос. Сначала все решили, что произошел несчастный случай. Но Причард ничего не мог увидеть. Все коммуникации вышли из строя. Потом мы услышали взрывы. К тому времени, когда мы поняли, что случилось... Они ушли. Кто бы ты ни был, Дженсен, они молодцы. Специально обученные молодцы. Кто-нибудь еще видел их? Тех, кто атаковал? Недостаточно хорошо, чтобы описать. Причарду удалось получить смазанное изображение с одной из камер, но все записи были изъяты службы национальной безопасности. Национальной? Я слышал, за убийство дело передали в управление специальных расследований. Управление специальных расследований Детройта. Да, но только на первый месяц. А потом... Единственное, что я знаю точно, дело до сих пор не закрыто. И мистер Шариф недоволен. Я все думаю, зачем они напали? Что им было нужно? Разве не ясно? Они не хотели, чтобы мы оказались в Вашингтоне. Нет, они только отсрочили это. Слушание можно перенести. Открытие Меган может представить кто-то другой. А по-моему, нет, Дженсен. Они уничтожили всю ее команду. Деклан Файерти, Василий Шевченко, Ния Колвин, даже Эрик Кос. Лаборатория, где нашли их тела... Выгорели дотла. Точно. Единственное, что уберегло от огня тебя, рухнувшая несущая стена. Можешь не верить, но это спасло тебе жизнь. Значит, атака должна была уничтожить разработки Меган. Очень на это похоже. Мистер Шариф хочет все восстановить, но на это уйдут месяцы. Если за это время компания не обанкротится. Я найду их, Малик. Так или иначе. Я верю в тебя. И на всякий случай знай, что бы ты ни делал, я готова помочь. Я ценю это, Малик, но сейчас... Ты должен доставить тайфун в техническую лабораторию. Да, увидимся позже. И еще, Дженсен, когда все будет улажено, босс хочет видеть тебя в кабинете, чтобы выслушать отчет. Так точно. Доброй ночи, Малик. Кто-нибудь объясните, как эти поборники чистоты сумели проникнуть на фабрику?
Там должен быть такой контроль, что муха не пролетит. По-моему, ужасно, что люди так быстро обратились против Дэвида. Можно подумать, он виноват, что эти психи продолжают нападать на нас. Похоже, многие считают, что мы что-то скрываем. Только потому, что Элиза Касан продолжает болтать об этом. Нет, серьезно. А раньше весь Детройт слушал, что говорит Дэвид. Что случилось? Случилось то, что Дэвид слишком увлекся обещаниями, которые не смог сдержать. 20 лет назад Детройт умирал, помнишь? Шариф пообещал вернуть его к жизни. Разве это под силу одной компании и одному человеку? Я думаю, они просто неблагодарные свиньи. Эй, Дженсен, есть пара минут? Слышали, что произошло ночью на фабрике в Милуоке? Они действительно искали тайфун? Адам, я слышала, что вы вернулись, но никак поверить не могла. А вы неплохо выглядите. Дженсен, вы там были, на фабрике. Что случилось? Как это чудовище ускользнуло от вас? Никто не знает, как-то они туда пробрались. Что ж, ничего удивительного. Ты ведь знаешь, что говорит Таггарт? Хорошо, будь осторожнее. Об интервью. Прямой эфир вела Эль. По-моему, сразу было ясно, что он не из борцов за чистоту. Думаю, кто-то внедрил его в шайку Сандерса, чтобы управлять этими бандитами. Да, но кто? Кто знает, что мы работаем над тайфуном? Те же, кто напал на нас в прошлый раз, Рой. Ну же, смотри. Когда они вломились, мы как раз проводили испытания. Ладно, допустим так. И что? Думаешь, за этим стоит иностранное правительство? В наши дни наемники работают не только на государство. Изолей, Кусанаги, Тайюн Медикал. Кто угодно из наших конкурентов мог стоять за этим. Дженсен, а правда, что Сандерс удивился, когда узнал про хакера? Эй, вы знаете, что Дэвид намерен усилить меры безопасности? Так-так. Неужели это сам Махатма Ганди пришел почтить нас своим благотворным присутствием? Если это касается тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард, я не для того рисковал головой, чтобы потерять ее в дебрях процессоров и переходников. Ничего себе, ты выучил такие слова? Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться тайфуном. Да ну. К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Думаю, первый вопрос, который надо задать. Чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей. Убей кого-нибудь, только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Тебе никуда не надо, Дженсен. Кажется, шериф ждал тебя с докладом. Говорят, вы разобрались с ситуацией на фабрике, Адам. Отличная работа. Думаю, один пытается убедить другого прекратить игру в прятки и сделать заявление, которое можно противопоставить болтовне Таггарта. Дэроу не играет в прятки. Он день и ночь трудится в Арктике, пытаясь спасти мир. Когда миллионеру становится скучно, он начинает спасать мир. Вы не знали?
Лучшие события для компании в этом году. Уж точно. Если бы его хоть кто-то увидел, генерал О'Нил отозвал бы все военные заказы. О'Нил был бы самой мелкой из наших проблем. Что ты имеешь в виду? А ты сам подумай, Кельвин. Тайфун — мечта террориста-смертника. Представляешь, если бы Пик пронюхал, что это правительственный заказ. О, верно. Что ж, нам повезло, что Дженсен успел его спрятать. О, эй, Дженсен, отличная работа с Тайфуном. Полиция Детройта должна быть счастлива, что террористы не добрались до него. А мы как раз говорили, что вы здорово разобрались на фабрике. Вы просто спасли нас. Здорово вы управились с Тайфуном, Дженсен. Не хотелось бы, чтобы Таггарт и его фронт человечества пронюхали про него. О чем думал мистер Шариф, когда отправлял вас на фабрику? Вы были не в том состоянии, чтобы разбираться с заложниками.
Хью, послушай меня. Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но все началось именно с выступления Таггарта вон. Уильям Таггарт всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. И ради сохранения лица я должен слушать его бредни, глядя ему в глаза? С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да, как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо. Когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте, насчет Сандерса. Да, насчет Сандерса. О чем ты думал, когда позволил ему так легко ускользнуть? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всем позаботился. Я надеюсь, что это еще принесет нам пользу. Сандерс был в ярости, когда узнал, что хакер модифицирован. Он не успокоится, пока не найдет тех, кто подставил его. Вот как. И тебе хватает наивности думать, что он поделится информацией с тобой. Я думал, ты к этому готов, Адам. Я был. Сегодняшнее нападение. Чья-то попытка заморочить нам голову. Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось. Отлично. Я тоже. Ты уверен, что у него были... приращение. Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп, даже после того, как я пригрозил урезать их пенсионный фонд. Может, кто-то другой платит им больше? Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберешься до него. Хорошо. Адам, ты только что говорил с Дэвидом? Я не знала, что он закончил беседу. Все в порядке? Насколько возможно. Так, можно подумать, я знаю, что это сейчас значит. После сегодняшнего выступления Таггарта телефон просто разрывает. Таггарт? Когда я вошел, шериф как раз говорил о нем. Что нынче говорит про нас отец-основатель фронта человечества? О, на сей раз он был сама искренность. Осудил все насильственные действия, направленные против нас. Предложил навестить нас лично, чтобы выразить соболезнования. Ну да. Неудивительно, что босс не в настроении. Его можно понять. Если бы все решали такие, как Таггарт, ты бы умер на операционном столе. Проблема в том, что он умеет играть на людских страхах. Вмешательство в биологию человека выглядит довольно жутко. Расскажи это инвалидам войн, которые получили шанс на нормальную жизнь. Но если Таггарт преуспеет, сможет повлиять на общественное мнение, ООН придется занять его позицию. Запомни мои слова. Этот человек – проблема.